ребята. Снова всех приветствую в игре Kill Switch. Итак, у нас здесь миссия номер один. И, ну, наверное, нам нужно кого-то убрать, хотя я не уверена. Итак, что это? Стол? Стол, за которым можно укрыться, если что. Sorry, I will point it in the other direction. Good decision. Hey, you're still aiming it at me. Contact. Эй, вы меня увидели, какого чёрта, ребята? Бомбу, что ли, мне бросить, или как? Flash him out. Сколько вас здесь? Двое, ребят? Take cover! Отлично, он убегает от меня. Ладно. Contact. Ну и что мне делать с ними теперь, а? Почему я мажу, в конце концов? Отлично. Наконец, ура! Это можно как-то отпраздновать, я не знаю. Что ли? Что я выстрел услышала какие-то. Окей, хорошо. Ух ты! Блин. Блин, ну почему соседи меня так любят? Почему они начинают свою дрель использовать по назначению именно тогда, когда я записываю прохождение? Ну за что мне это? За что? Ой. Ой. Ну, ребят, наверное, вы напрашиваетесь на бомбу, да? Угу, отлично, блин. Зря, что ли, потратила? Офигеть! Ага. Так, что это было? Где мой прицел? Эй, ну почему я вот так мажу? Эй, ты за кого вы такие? Я тебя убью. Эй. Блин, ну почему я мажу вот такое? Мужик, выходи. Оу! Что такое? Что такое? Base, this is control. Значит, вот так вот, да? Офигеть, а как меня убили-то, хоть скажите? Какого-то генерала нужно обнаружить. Чего ты такое делаешь, а?
Окей. Now your turn. Ладно. Как он смешно бегает. Так. А куда же мне, собственно, идти-то? Может быть, карта? Нет. Похоже, что карта есть. Ой. Так, где, собственно, ящики с нужными мне предметами? Ну же, чувак, выходи сюда. Ха-ха. Прятки играем? Смешняшка. Какой забавный. Ух ты, а что это у вас здесь? Оу. Ого. Да, но что насчет, я не знаю, аптечек каких-нибудь? Нет? Никаких тебе аптечек, да? Он так смешно бегает. Что, почему ты не можешь перелезть? Ты же вроде как спецназа. Ой, аптечника. Отлично. Ага. Ладно, похоже, мне сюда, да? А там что? Какой-то разрушенный коридор. Странно. Здесь ничего. Да. Забавная игра. Мне нравится, что я могу видеть тем, кем управляю. Это очень здорово. Мне всегда нравятся игры, где я могу видеть героев. Ей! А, значит, мне в ту комнату, если что, да? Ясно. Ясно, понятно. Там, где видишь, я по ней скоростное прохождение сделаю по этой игре. Быть может, что и нет. Так. Ух ты! Там еще переход. Забавно. Ребята здесь расположились. Why are we on guard duty today? You looked at the general the wrong way, remember? Bah! You wish somebody would put him out of his misery. Да. Вот они. Ребята, вы так странно разговариваете. Так люди не разговаривают, как правило. Ты чё творишь-то? Surround him! А ты что, парень, ты сделать хотел? Объясни мне. Как-то выскочил на меня прямо. Я даже немножко перепугалась. Что вы говорите? Ой, суровый-то какой. Ну давай, воспользуйся тем, что, блин, я перезаряжала оружие. Иди сюда, парень. В чем-то проблема, ну уж. Ты трус, что ли? Смотрите, он убегает от меня. Вот ведь. Ты мне предлагаешь за тобой бежать? Что у тебя за акцент, парень? Ой. Давай, блядь!
Я властелин целого мира. Да, обстановка здесь не такая уж и шикарная, все по минимуму. Ну, видимо, все сделано для того, чтобы игра шла без лагов, там, безо всяких. Чем меньше вещей, я так понимаю, тем лучше, да? Или я не права? Бум! Одну минуту, мое здоровье восстанавливается само по себе? Это как-то понимать вообще? Ой, здесь бочонки тоже были, вот ведь, если бы эти ребята в меня стреляли, они бы меня грохнули. Забавные ребята. А, мне туда, да? Очень интересный, ну, как бы, занимательный, на самом деле. Хоть и здесь, в общем-то, и глаз положить не на что, все почти в одинаковых тонах. Но, тем не менее, игра увлекает. Лично меня. Вот уж не знаю, как вас. Наверное, не совсем интересно смотреть, как я играю, все же. Ну, некоторые скажут, ну, фу, там, девчонка, она вообще играть не умеет, бла-бла-бла. Ну да, не умею, ну что поделать. Учусь, вот. О, серьезно, что ли, уже конец? Блин, это было внезапно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Игра слишком хорошо. Control, this is base. Вот это вот, так, конечно, Slight плохо. Change of plan. Despite your efforts, our friend still wants to back out of the arrangement. Guess he wasn't too impressed. His loss. I rarely give second chances. He's very close to your position. I want you to take care of him. I got no problem with that. Ну и, как обычно, я ничего не поняла. И да, я снова прекращаю миссию. В каждом видео будет по миссии. Ну что же, ребята, вынуждена с вами попрощаться на сей раз. Ждите. Надеюсь, что с нетерпением мое следующее видео. Ну, а может быть, вы вообще его ждать не станете. Сами скачаете игру и поиграйте в нее, ну как знаете, в общем, да, скачивайте или играйте, это действительно классная игра, потрясающая, я не знаю, меня, как правило, такие игры не увлекают, когда нужно просто тупо бежать и с кем-то перестреливаться, но вот в этой игре что-то есть притягательное для меня, может быть, главный герой, как знать, вот, поэтому мне она очень понравилась, и я вам всем рекомендую в нее поиграть. Всем спасибо за внимание и за просмотр, всем пока!